Утро, зашторена полностью темная комната, закрыты такие тяжелые шторы. Вот, ни лучик света не проходит, ни воздух. Спит мужик пьяный. Просыпается так, держится за голову, ох, поднимается, кряхтя подходит, значит, к окну, отодвигает шторы, отодвигает, ну, раскрывает балкон, пускает воздух. На столе стоит клетка с попугаем, такая накрытая одеяло. Он снимает одеяло, попугай увидел свет, воздух начинает там расправляться, перышки оправлять. Мужик в это время ковыляет на кухню, там открывает холодильник, стоит бутылка водки, он ее открывает, тут же возле холодильника из горла бах, выпил, подходит к окну, зашторивает, быстро закрывает окна, накрывает попугая, быстро на диван хлоп, и мертвецкий спит. Из-под одеяла такой голос попугая: нифига себе денек пролетел.